Ты ничего не помнишь, как раньше тусили, как вместе тусили, тебя будто подменили. Все началось тогда, когда ты попрощался с братвой и ушел в девятимесячный запой. Ты не помнишь, как знакомился с ее мамой, папой, на свадьбе тебя держали трое, чтоб не упал, бля. Ты очнулся только тогда, приехав в роддом, когда тебе вручили спиногрызла с именем Артем. Ты был в шоке, тебя даже не спросили. Помнишь, хотел назвать сына Антоном или Василием. Но это полбеды, вторая половина в том, что теща пашет в министерстве, а тесть ментом. Прощай, свобода, как наши пацаны вздохнули, когда ты отказался пахать у папочки в ментуре. А ее мать, сука, стерва, все причитала, что одних ее доченькиных денег в семью будет мало. Ты переехал к жене и стал искать работу, осознавая реально, в какой ты жопе. Делал счастливый вид, как делают отцы, а вместе с его ревом улетали твои мечты. Не жалей ни о чем наша пропажа.